Да, любимая. Не могу сейчас. Слушай, за рулем. Да, давай перезвоню. Ага. Совсем на диване ездит. Слушай, у тебя какие-то проблемы? Ты видел мужика на диване, что ли? Давай, вали отсюда. Понаехали. Почему нам, мужчинам, всегда нужно меньше, чем вам, женщинам? Почему мы съезжаем с темы, уходим от проблем? Заруливайте на вебинар Елены Блиновской 25 апреля по ссылке в описании этого аккаунта. И сделайте так, чтобы ваш мужчина рулил отношениями, а не диваном.